Новости, погода, деловое общение и неформальные переписки. Все в нем, в интернете. Линчане до сих пор недовольны качеством интернет-сигнала, что на мобильных устройствах, что в домах. Завистью смотрят в сторону материка и даже соседнего Мирного, где уже работает сеть 4G. В Ленск она придет не раньше сентября. Сигнал запустят мобильные телесистемы. Но уже сегодня многие линчане пользуются высокоскоростным интернетом. Такую услугу предлагает Ленский телецентр. Высокоскоростной интернет в город Ленск пришел благодаря каналам связь «Транснефть» в начале мая месяца. И с этого периода времени мы начали данную услугу предоставлять населению нашего города. Опробовать новые скорости могут пока не все. Договор с телецентром заключили только 100 физических и 50 юридических лиц. Все желания телецентр удовлетворить не может. Подключение ограничивается строительством сетей. Сегодня только часть города, вот в основном это многоэтажная застройка, у нас построены сети. И планируем в этом году мы достроить свои сети и охватить полностью уже многоэтажную застройку, где проживают наши люди, нашим интернетом. Сегодняшними техническими возможностями телецентр сможет подключить от 1,5 до 2 тысяч горожан. С увеличением числа пользователей качество сигнала меняться не будет. Для подключения необходимо только заключить договор и приобрести специальное оборудование для приема сигнала. Телецентр останется вне конкуренции совсем недолго. Каналы высокоскоростного интернета настраивают сегодня и кабельные телесистемы, и Ростелеком. Готовятся к запуску 4G и операторы мобильной связи. Первым будет МТС, чуть позже такую услугу будут предоставлять Мегафон и Билайн. Вопрос сегодня у нас встанет только в том, что какие будут тарифные планы, по каким тарифам, по каким техническим характеристикам будут предоставляться данные каналы. И у наших жителей появится возможность выбрать того оператора, который им будет наиболее удобен. С приходом высокоскоростного интернета у пользователя появляется много дополнительных возможностей. Например, IPTV. Уже сегодня эта услуга пользуется популярностью. Но самые большие ожидания связаны все же с мобильным интернетом. И, возможно, сентябрь станет новой точкой отсчета, после которой понятие «медленный интернет» просто перестанет существовать. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».